смотрите сегодня в выпуске. Смогут ли крымчане получить украинские документы без судов? Общественники заявляют о необходимости упрощения процедуры. Журналистка против ФСБ. Суд Симферополя отклонил жалобу Лили Буджуровой о недопуске к ней адвоката во время обыска. Дело 26 февраля. Крымским политзаключенным снова продлили срок ареста. Травмоопасный подарок. Оккупационные власти построили подземный переход в крымской столице, который грозит травмами и увечьями. Правозащитники заявляют о необходимости скорейшего введения в Украине административной процедуры выдачи документов, касающихся гражданского состояния жителей оккупированных территорий. Об этом они заявили на пресс-конференции в Киеве. Они напомнили, что на данный момент уже принят в первом чтении законопроект номер 3171, который упрощает процедуру выдачи украинских свидетельств о рождении и смерти крымчанам и жителям зоны АТО. Он предусматривает, что выдача документов будет производиться через суды. Правозащитники же считают, что судебная практика в этом случае должна применяться только в самых сложных и неоднозначных случаях, а большая часть актов гражданского состояния должны выдаваться при помощи простой административной процедуры. В пример приводится опыт Грузии и Молдовы. Щодо самої процедури, якщо стисло, вона базується на заявниковому, на деклараційному принципі. І будь-яка особа, я хотів би про це саме на цьому підкреслити, будь-яка особа зацікавлена, може подати заяву щодо реєстрації, це от законодавства Грузії, може подати заяву щодо фіксування факту, який має юридичне значення, а саме факту народження. Крім того, у якості додаткових доказів, не головних, я це підкреслюю, можуть прийматися до уваги інші документи. При этом власти Грузии и Молдовы, так же как и украинские, не признают документы, выданные на оккупированных территориях. Поэтому в Украине не должно быть проблемой принятия к сведению чиновниками документов, выданных оккупационными властями, как доказательства фактов рождения и смерти, уверены правозащитники. В таком случае речь не идет о признании украинскими органами власти оккупации Крыма и регионов Донбасса. В Министерстве юстиции Украины об этом иностранном опыте знают и изучают возможности введения такого административного порядка выдачи актов гражданского состояния в Украине. Но пока ничего конкретного не обещают. Административный порядок був би набагато простішим, але ми маємо пам'ятати про дві речі. Стосовно свідоцтв про народження, ми маємо пам'ятати про небезпеку торгівлею людьми і такого прихованого усиновлення. Стосовно свідоцтва про смерть, це ще більш проблемніше питання, тому що люди, які воювали чи підтримували ці так звані незаконні республіки, можуть спробувати легалізувати себе, отримати нове життя, тобто отримавши таку довідку про смерть цієї особи, потім видати нові документи ДНР, ЛНР чи російські документи, я не знаю, чи інші документи. На данный момент для решения проблемы предлагается законопроект номер 3171. Срок принятия замечаний и предложений к нему перед вторым чтением в парламенте уже подходит к концу. В Министерстве юстиции Украины полагают, что законопроект может быть принят в целом уже на следующей неделе. В ведомстве отмечают, что с учетом высказанных замечаний придется увеличить срок рассмотрения судами дел по установлению фактов, касающихся гражданского состояния жителей оккупированных территорий. Изначально предполагалось отвести для этого 24 часа, но после многочисленных обсуждений стало очевидно, что украинские суды не смогут соблюсти эту норму. Поэтому в Минюсте рассматривают вопрос увеличения срока рассмотрения таких дел от 48 часов до 4-5 дней. Фактически же судебные тяжбы по таким фактам в украинских реалиях длятся несколько месяцев. Киевский районный суд Симферополя отклонил жалобу крымской журналистки Лили Буджуровой о недопуске ее адвоката к следственным действиям во время проведения сотрудниками ФСБ обыска в ее доме 2 ноября. Сторона защиты заявила отвод судье, однако и это требование удовлетворено не было. Как я и предполагал, нам отказали в удовлетворении данной жалобы. Суд посчитал, что нет никаких доказательств, подтверждающих то, что следователь лично мне отказал в допуске в помещение, где проводился обыск. В ходе судебного процесса я заявил отвод судье. Я считаю, это немотивированный. Этот отвод также был отклонен. Я благодарен судье только лишь за то, что он дал возможность в дальнейшем обжаловать это постановление, придать огласке данные незаконные действия следствия и получить окончательное решение уже в более высших судебных инстанциях.
По словам адвоката, суд вынес решение, отказавшись заслушать свидетелей, которые могут подтвердить, что его не допустили в помещение, где проводился обыск. Таким образом, было нарушено право собственников дома на защиту, утверждает он. Джамиль Тимишев и Лиля Буджурова не намерены останавливаться только на крымских судах. Чтобы создать судебный прецедент и получить ответ на вопрос, гарантирует ли Российская Федерация человеку право на юридическую помощь, адвокат и журналистка намерены дойти до Верховного суда России. Киевский районный суд Симферополя продлил арест заместителю главы Меджлиса крымско-татарского народа Ахтему Чайгозу. Согласно решению суда, он будет находиться под стражей до 29 января 2016 года, сообщает Центр журналистских расследований. Этим же решением также продлен арест и двум другим крымско-татарским активистам Али Асанову и Мустафе Дегерменджи. Они останутся под стражей до 19 февраля 2016 года. Все активисты являются фигурантами уголовного дела 26 февраля, возбужденного оккупационными спецслужбами в Крыму. Активисты были задержаны на полуострове российскими силовиками по подозрению в участии в многотысячном митинге под стенами крымского парламента накануне российской оккупации полуострова. Ахтем Чайгоз, в частности, обвиняется в организации митинга. Правозащитники считают дело 26 февраля юридически немотивированным, поскольку события, о которых идет речь, происходили на территории подконтрольной Украине и не нарушают ее законов. А все фигуранты дела являются украинскими гражданами, которых оккупационные власти и спецслужбы считают гражданами России по факту аннексии Крыма. Также правозащитники обращают внимание, что за участие в крымском митинге 26 февраля арестованы только активисты, оппозиционные к оккупационным властям Крыма, хотя участвовали в нем и представители пророссийской партии «Русское единство». В оккупированном Симферополе президентская партия «Единая Россия» ушла под землю. Такая картина открывается при виде долгостроя на проспекте Победы в районе автобусной остановки улица Бородина в крымской столице. Это подземный переход, первый объект, который построили в городе после российской аннексии Крыма. Однако оборудовать специальные спуски, лестницы для детских колясок и оборудовать его для людей с особыми потребностями перед открытием не успели. Это вызвало бурное обсуждение в соцсетях. Для кого такой переход? Позорище. Для пожилых хотя бы перила закрепили по бокам. А инвалидам и мамам с колясками, получается, нужно дома сидеть или перебираться поверху через дорогу. Лидеру симферопольских единороссов следовало бы приехать заранее на объект и посмотреть, стоит ли спортивными флагами выходить. Мэру города, торжественно открывшему сегодня долгожданный недоделанный переход на проспекте Победы, большой привет от мамочек с колясками и инвалидов. Глава оккупационной администрации Симферополя обещает, что необходимые атрибуты в переходе появятся уже в ближайшее время. Где поручни, где специальные съезды для колясок. Скажу, что это все в пути. Две недели подрядчик получает, устанавливает. Но еще тут будет предусмотрен подъемник для инвалидных колясок. Этого вообще у нас в городе не было. А вот торговые объекты в новом подземном переходе появятся только с разрешения горожан, уверяют оккупационные власти Симферополя. Только с согласия жителей микрорайона, если, допустим, необходимы будут какие-то небольшие торговые точки для их удобства, допустим, для товаров первой необходимости, может быть и будет, потому что ширина позволяет, но все это будет выноситься на общественное слушание. Строительство этого подземного перехода длилось более 2 лет. Работы здесь начались еще при украинской каденции Крыма, а завершали их уже в оккупации. Стоимость объекта составила порядка 8 миллионов российских рублей.